Идея создания центра появилась еще в 2006 году. Строительство началось в конце 2011-го. И вот проект реализовался. За 3,5 года совершенно неосвоенную территорию удалось превратить в объект европейского уровня. Курортная деревня построена на средства инвестора компании «Газпром Добыча Уренгой». Она входит в реализацию второй очереди лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь». Создано более 40 новых рабочих мест для жителей муниципалитета. Соглашение о сотрудничестве в области строительства третьей очереди комплекса заключено на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» между Министерством курорта и туризма Краснодарского края, администрацией Анапы и предприятием «Газпром Добыча Уренгой». Вся территория курортной деревни, а также пляж, покрыты сетью Wi-Fi. Вот. Ну, мы посчитали, что современный человек, да, без интернета трудно себя представляет, поэтому обязательно сделали доступ к сети интернет везде. Также мы планируем предоставлять большое количество дополнительных услуг. На торжественном открытии центра со словами приветствия выступили заместитель главы Людмила Терещенко, почетный гражданин города-курорта Анапа, начальник ЛОК «Витязь» с 1997 по 2005 год Валентин Машуков. Право перерезать красную ленту предоставили начальнику лечебно-оздоровительного комплекса «Витязь» Александру Очковскому и Людмиле Терещенко. После официальной части для гостей провели экскурсию по центру. Окончание третьей очереди строительства планируется в 2016 году. Первых гостей курортная деревня примет уже завтра, 16 мая.